The New Канал представляет. И все привет, с вами как на Данил на канале снимает, и мы сейчас будем играть с вами Дальнобойщики 2. Это типа прохождение игру. Ну, особенно мне нравится, короче. Давайте что-нибудь выберем, какой-нибудь заказ. Так, алмазный. Так, горный. Залеск. Ну, давайте поедем туда на эти... Ну, скажем, там, на алмазный, так, возьмем. 16 тысяч, где-то 491, так. Заказ. У нас бабки много. Сейчас мы поедем в другую сторону, там это, есть-то в тоннель. То же самое, что я, как обычно, там скрываюсь от этих самых главных водителей. Главное, чтобы нас они спалили. Так, у нас 68 200, 227, у нас прибыли, много. Ну, бывает больше, бывает меньше. Мы сейчас уезжаем отсюда из-за ключи. И сейчас мы то продолжим это все это делать. Важную, особенную работу для нас, водителей. Особенно самое главное, я поставил вот этот монитор, этот Максим, обратно в этот дом вообще. А также видеокарту то же самое поставил. Ну и так ТВ-приставку подключил, так чтобы как оно работает вообще. А вдруг она не работает вообще? А вдруг мало ли там что-нибудь случится вообще? А вдруг пойдет что-то не так? Нужно сразу возвращать, которые я взял вещи. Это были, конечно же, чужие вещи. Ну ладно, тогда уже скоро это будет, а не скоро, когда... Все будет так хорошо. Ну чё, другой водитель будет завтра на работе. Не буду особенно то же самое говорить, что там, как обстоят там дела вообще. Это никому не интересно. А мы будем как бы играть в Дальнобойщики 2. О, сейчас мы как поедем вообще, а там ремонт дороги уже откроется, а там на другом стороне будет еще и закрываться. Блин, как я ненавидел вообще эти там психики, там все остальное от мамы вообще. Как я ненавидел, как она будет говорить еще про этот дневной состав. Она что-то бесплатно дает там таблетки, уколы, еще остальное и прочее вообще. А то еще и держат вообще еще. Держали меня там 2 месяца в декабре. Да, с октября до декабря вообще держали. Давайте как сохранимся на это же самое главное, этой игре. Да. Сохранились, теперь уже едем. Особенно мне не нравится, что там происходит с этим, короче, семьей. Я вообще хочу, чтобы тут в организме у меня все было хорошо, чтобы потом тоже в ПНД, тоже в психоневрологической диспансере тоже поменяли таблетки. Ну, в принципе, все то же самое, что я и делаю. Свои таблетки пью, я никогда не бросал. Если, как бы, тоже говорил мне это Лёха Пушка, если ты не будешь таблетки пить, все равно тебя в дурдом отправят. А так я вообще пью таблетки вечерние. А только 2 раза утром и вечером готовлюсь это заранее. Я вечерний только пью, не улептил Турксал. А остальное не улептил, буду пить с утра и вечером. Потому что это самое главное, что уколы вообще, чем здесь там Патагам, Пикамион вообще. Потому что самые уколы там интересные вообще, которые... Другой состав, который добавляется для своего. А Пикамион вообще просто, блядь, на сон действует и все это. Таблетка. Как мне, как я в октябре тоже ходил в дневной стационар, тоже таблетки давали там в 3 дня, там Пикамион по 3 раза пить вообще. Это же такая хуйня, полный пиздец вообще. Ой, с этого никак не сделаешь ничего поподобнее. Ой, я, кажется, застрял в этом болоте. Что такое? Ай, блин, я в болоте застрял. Давайте нажмем 911, чтобы потом спасатели тут вызвать. Да, спасатели вызвали, плата за ремонт 1000 рублей. Блин, что-то никак вообще. А я застрял в болоте как в другом. Давайте введем эти с вами читы-коды. Попробуем, может, как-нибудь это работает читы-коды вообще. О,
Я, кажется, чувствую, быстро ездить, когда я на турбо нажимаю, он так по-быстрому едет. Так, давай. Ой. Господи. Ой, блин, надо турбо включить. Бензин у нас закончился. Сейчас мы попробуем этот, как его, самый главный 911 вызвать, а потом можно и ехать. Так. Нажимаем 911 и поехали. Так, мы выбрались оттуда живыми. Все, уезжаем отсюда живыми, чтобы не застряться в этом дурацком болоте. И поэтому вдруг, если мы застрянем, то все равно опять придется все заново начинать вообще. А если мы утонем в машине, то опять то же самое, начинать всю какую игру там и загружать. А ну мне нахуй это надо, мне не надо. О, какие-то прицепы новые стоят. Так, куда мы едем? Все по правильному, по пути едем, значит, так, поедем туда через Боровое, а через Боровое туда же. Давайте тут сохраняемся, в эту сохранялочку. Так, угу. Сейчас самое главное, это Боровое, Нижнегорска. Что-то не видать вообще, какое-то там пятое или четвертое место вообще-то. Господи. Давайте туда на заправку съедем, заправимся. Потому что для нужно для по турбо. Заправка 505. Что за фигня? А, то же самое такая фигня вообще была. Что-то мне напоминалось, как в тот раз вообще-то. Как мы ездили раньше на тренировке, там работали дальнобойщики 2. Там вообще заправка такая хуйня сплошная. Во втором гонке, что ли? Господи. Ладно. Будь по-твоему, так и поедем вообще, как навигатор говорил. Ладно, давай по-твоему поедем. Так, база Боровой налево. Да неинтересно вообще. Давайте сохранялочку сохранимся. Так, у нас лицензии нету, чтобы нанимать этих водителей. Ну, будет какая наемника водитель, тогда будем нанимать этих водителей. А сейчас самое главное, надо ехать на Алмазно, потому что надо это. Если на Алмазно ничего не сделать вообще, то значит кирдык нам будет. Вот песок, как я ненавижу вообще пески вообще. Это только этих машин, этих возят, которые с песком вообще. Которые засыпают так вверх открывают, засыпают вообще. Или щебенку, блять, вообще. Ой, блин, я застрял снова. Давайте еще турбо включим вообще, чтобы нам было удобнее ехать. Да, в турбе удобнее пользоваться.
Как я раньше не догадался, что если можно застрять, или как там, если, короче, проиграть вообще, то не то, это все пизда нахуй. А так есть читы-коды, которые можно вводить. На самом деле, читы-коды всегда могут помочь вообще. Эх, если бы в Warcraft 3 поиграли вообще-то, то бы там за орков, за людей, там, и нежити, и ночные эльфы, то бы было вообще классно, то бы я бы и показал, какой на самом деле я способен на такое. Чтобы я мог это все сделать, напрасно. Так, заезжаем туда, в этот тоннель. В других дорогах тут вообще не интересно. А вот на тоннеле всегда интересно. Там можно искать приключений на этот, блядь, на эту, на свою задницу, конечно же. Особенно мне нравится вот этот тоннель кататься по всему там это. На другой еще, который называется бухта там Приозерская. А есть еще, который из шахты туда же на Алмазной вообще. Видали, что за эта фигня? Это я так руль поворачиваю с такой стороны, потому что такие же, как водители, управлять этим за рулем вообще. Там назад, еще там вперед туда, направо-налево заворачивают. Ну вот, мы уже и на другом прибыли. Помнишь, за свиной играли там это? Из-за кролика там вообще песок какой-то там. Нифига там ни город небольшой, ни который, как здесь в реальном там в СССР. А там просто как вообще, как дикий запад, представляете, вообще. Так же, как и дальнобойщика 2, то же самое, дальнобойщики. А в дальнобойщиков 3 я вообще ни разу не пробую играть в такую игру. Ну как, небось в другой раз попробуем поиграть, вообще там будет вообще классно и интересно в такую игру играть вообще. Но только надо с этого момента разобраться, что в этом ситуации надо быстро все это закончить и поиграть в этих других игр. Так, надо сохраниться с этого момента, потому что тоже как в тот раз еще вылетала ошибка над этим видео вообще. По которой то же самое у меня вылетала такая хуйня.
Ну вот мы уже добирались до этого, а ты самый лучший в заезде на свете, там, водитель-наемник, как еще там другое. Так, ладно. Давайте, что ли, выберем какой-нибудь там, не знаю. Ну, давайте, Виталий, этот КамАЗ выберем, потому что самое главное, что КамАЗ это вообще неудобная штука. И поедем туда, на этом, отправляться. Так. Мы будем в Боровое ехать, а заказ в Боровое доставить все, что у нас есть в этом ящике, все, что остальное. А вот, блин, машины, которые в этом гонке, надо их обогнать. Турбо включаем, чтобы они быстро не добрались до нас. Да, это мы в первом гонке. Так, надо побыстрее. Короче, включаем турбо и едем. Вот дебил, куда он? Видишь, что творят какие-то водители? Вот такие водители работают и ломают машины друг друга. А потом еще выдают там штраф и все остальное. И сажают в тюрьму. Если не заплатить штраф, то тюрьма уже все. Как я ненавижу вообще, когда трогают машину мою. Так, включаем турбо и едем. Особенно мне такая хуйня не нравится, как он так быстро ездит на таком тачке, на машине. Но раньше, когда я играл в дальнобойщика, там 1.3 версия, там вообще охуенные тачки, машины. Можно быстро доехать и все на таком пути. Так, если бы я перешел бы на версию, то было бы вообще круто. А на самом деле, вообще там это 1.3, а дальнобойщики 2 там вообще немножко, блядь, лагают. А здесь дальнобойщиков 2, это не лагают, это игра вообще. А это нормально, кстати. Вообще темнота наступает, и поэтому я это включил свет в комнате у себя маленьком. Так, сейчас. Ага, я Боровой, Нижнегорск, кажется, чуть это, ну, не забыл там же эти наверху, знаю, эти логотипы стоят, или как-то наоборот эти, такие же, как знаки стоят, которые для городов. Так, мы сейчас заедем немножко на заправку, заправимся. Сколько у нас тут плата за заправку? 1233 рубля. Эх. Что там надо посмотреть, где они? Такое. 112 429. Так, нормально. Нормально. Ох, вот если бы такая фигня была, вообще, то бы я отстал от этих носов санависты, то бы я бы ходил бы весной. Так, давайте включим турбо побыстрее. Обгоним этих дебилов, дураков, блядь. Особенно помните эту самую, эту такую хуйню, когда это еще до того было в другом серии, это в Дальнобойщика 2. Это когда еще там это, не успел я уже приехать сюда, а там уже такая хуйня это случилось, что это не... Вот, блядь, еще и толкаются, блядь. Ладно, поедем на другую сторону вообще. Так, сейчас мы повернем туда. У нас зеленый загорелся. Так, едем, едем. Так, давай, быстрее надо это сделать, чтобы на первом месте быть. Мы уже на первом месте, на второй наемник водите. Давайте это с вами то же самое сохраняемся. Так, сохранились. Теперь будем нанимать этих водителей, у нас более большие бабки есть.
Тут уже надо нанять этих людей. Давайте будем на этих нанимать. Давайте будем нанимать этого пацанишку. Так, у нас Mercedes Actros. Машина. Так, мы сейчас кое-что будем там это набирать, там это заказ это делать. Они не будем какой-то заказ делать. Давайте что-нибудь выберем. Федор Газель. Такой же, как у меня, тот же самый Газель. Так, нам куда сейчас надо ехать? Мы поедем вот в шахты поедем. Так, сохраняемся. Езжаем отсюда подальше, куда надо. Так. Вот. У меня всегда, когда хрустит, когда хочется покрутить, у меня там и башка так и делается. Вообще, когда хрустит, я и себя чувствую, и звук слышу, и все остальное и прочее. Эх, вот бы классно без весны гимнался, наверное, так бы я бы и дома всегда подделывал, чтобы там это скрыться от мамы и все это прочее. Она вот и отказался эти укольчики делать вообще. Но почему-то отказывается. Ну, мама тоже других-то это делает, тоже укольчики. Кто-то делает, а кто-то не делает вообще. А мне особенно нравится, когда что-то хочется поделать, а бывает, что не хочется поделать. О, а интересно, вы написали это в комментариях. Ай, блин, я чуть на кассу не проехал вообще. Давайте будем нанимать эту Ирину. 2 тысячи на эти бабки будем нанимать. И сохраняемся на эту игру самую. Интересно. Так, посмотрим, что у нас тут. Тут не... машина вот стоит вообще-то. Он сейчас как бы поедет. Так, все, загорелся зеленый, поехали. Фу, чуть на кассу не проехал. А так бы... А так бы я бы остановился по-быстрому вообще. А так я быстро остановился, ю-ху, и сделал вообще, чтобы штрафы никакие не были, чтобы менты сразу не узнали, что я так проехал. Потому что у меня всегда право, потому что у меня нет таких прав. А интересно, почему такие менты стоят вообще? Ну, эти на посты, которые дальнобойщики 2. Они что, не проверяют, когда документы или еще что-то там не останавливают? Ну, короче, как эти, то же самое в Орске тоже нас останавливают вообще-то. Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии дальнобойщики 2. Почему в игре там менты не останавливают этих машин? О, сейчас как бы зажжем. О, ура! Ура, ура, ура! Ты снова лучше в заезде. Да, 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 да. Сейчас сохраняемся и будем переходить с вами на другого водителя. Так, у нас Mercedes Actros. Поменяем местами. Здесь у нас мы в третьем гонке.
Так, мы сейчас поедем в бухту, а там будут отремонтировать специальную дорогу. Ай! О, блядь! Вот менты меня задели! Вообще, мою машину надо быстро сматываться отсюда. Переключаемся на турбо и едем, блядь, отсюда подальше. Езжаем, езжаем отсюда. Давай посмотрим. Нет никого. Так, на этом тоже нет. Давай сохраняемся. Турбо включаем и едем отсюда. Подальше. От полицейских. Так, немножко останавливаемся, поворачиваем. Главное, чтобы мы не въебали. Так. Немножко заправимся на заправке. Так, теперь турбо включаем. Блин, нас спалили. Господи. Сейчас мы тут шипы где поставили, а уже машина остановилась. Вы в третьем гонке. Все, давай побыстрее надо ехать туда. Там ремонтировать машину, а потом то же самое поставить эти запчастей. Тогда уже можно сразу по катушке делать кататься. По-быстрому сохраняемся. Ну что потом вы... А вдруг и провал начнутся, или еще что-нибудь, или будет вылетать с ошибкой. Заезжаем на СТО. Так, и побыстрее выбираем это. Так, и мы быстро поехали так назад. Так, выбираем все это. Фиксатор двигателя, присадка двигателей. Так, тормоза, шины, двигателя, тормозов, рака. Так. Сигнал. Блять, мы не успели, короче, нас хотели полицейские остановить вообще. Ой, господи, только не это вообще. Господи, боже мой! Там я не видел, что там вертолет летает, а. Так, за нарушение 2745 рублей штраф. За перелом машины. Так, 24957 у нас бабки. Ну что ж, едем отсюда. Так, немножечко сохраняемся в эту сохранялочку. А, мы на первом месте в этом гонке вообще-то. Мы сейчас, самое главное, по-быстрому доберемся, отвезем заказ, а потом можно и поменяться местами водителями. Самое главное, что нужны деньги, чтобы потом это не проиграть в этом гонке. И из бензина тоже заплатить надо. И запчасти. Самое главное, что у нас есть все планы, которые у нас читы коды были. Ого! Так, посмотрим, что у нас. У нас тут это два этих щетки называются, которые щетки для этих зеркальц. Ну так это называется все щетки вообще. Ну, которые там снег убирают, там еще что-то, то, что там убирать, там этих летом там стекла, когда там. Помокли в машине. Ну, просто так это протирает. А на мотоцикле вообще нету, но и на скутере. Ну, если бы были щетки одни только на скутере или на мотоцикле, то было бы классно покататься.
Все, мы уже выполнили, кстати. Так, сохраняемся на всякий случай. Так, и едем туда же вообще-то посмотрим, что у нас тут. Можно что-то там нанять работников. Так, пока что нет, давайте поменяемся с местами на другую машину. Опа, а мы на другой машине, я помню, с самого начала тут ехали вообще, когда начинали тут самую новую игру. Давайте сохранимся вообще. Надо поехать, где надо посмотреть эти запчасти. Надо в Горный ехать. Потому что Горный указан туда же ехать, где заказ. У нас еще это бензина много стало, но надо их обогнать. Так, не мешаю. Так, осторожнее, осторожнее. Так, мы на первом гонке. Так, у нас 7% 5 нанятых, чем у других вообще там азеб, лошадка, там кенгуру. Это хорошо, что мы нанимаем, что мы зарабатываем на нем эти бабки. Это хорошо, я обожаю это кататься. Так, вторая лицензия нам истекла. База Нижнегородская, 300 метров направо. Так, вытормаживаем. Так, мы во второй гонке. Что такое, блин? Что за неуправляемость машина? Почему? Я же ничего не делал вообще. Блин, что за... Может, какая-то невидимка попался в этом двигателе? Я не знаю, что за фигня. Давайте на всякий случай сохранимся. Не знаю, почему они такие стоят, которые... Самые домики, которые там эти там... Про городов всяких там этих там. Это то же самое, что и других там. Это так называется вообще. Что, что там? Алмаз, Приозерск, там это залез. Ну давайте съедем, купим запчасти. А я помню, как мы не уебались Газель вообще-то. Это газелист был, который здесь на 100 там и катался, и ездил. Так, все выбираем. То, что у нас есть. Уезжаем отсюда подальше. Так, у нас остались бабки. Так, молодец, что я купил. Сохраняемся. Так, прибавим турбо поскорее. А то нас уже обгоняют, нам не доехать. Блин, а тут что-то за фигня такая непонятная. Так. Это уже конкурент куда-то торопится. Так, вторая лицензия стекла. Так, торопится вообще. Ай-яй-яй-яй, вот дебил, куда он прет? Господи, вот дерьмо. Так. Вот, блин, вот заняться нечем этого дятла. Мы на пятом месте. Так, ну, турбо включим. Уезжаем отсюда подальше. На стрелочке уже меньше осталось. Но этот еще на этот обгоняет машина нас. Так, какие тормоза вообще, которые останавливаются. Так, у нас не хватало бензина вообще. Ладно, так доберемся вообще-то. А то если мы проиграем, то значит там дадут еще меньше бабок. И не будем нанимать этих водителей. Так.
Это уже все закончилось. Давайте вызовем 911 спасателей. Так, зажигаем машину и едем отсюда. Все считаем, что мы проиграли в этом гонке, заказ выполнен, а в итоге 4991. Жалко. Очень жалко, жаль. Давайте выберем, что ли, там Виталий обратно Газель. И поедем. На Ельнина. Как меня это все заколебало. Особенно с Газели так лучше управлять, чем здесь эти с КамАЗом управлять, с машинами. Помните, в тот раз мы в серии проиграли, а это еще и толкается. Я ненавижу, когда кто-то толкается. Вот такие большие. Вот тут желтый дебил толкается. Все, ты на нас снова, ты лучше на месте, на свете. Так, а водитель первый. Ну ладно, давайте поиграем за Газель, что ли. Будем нанимать. Так. Сейчас назад убавим, уедем, посмотрим. Так, Нижнегорск. Так. Давайте этот горный возьмем. Была, не была. Поедем отсюда. Кататься. Так, сканелочка. Так. Ну и поэтому мы с вами сегодня вообще заканчиваем на эту игру. На этот раз уже в понедельник я буду там снимать ролики, там всегда монтировать, потому что понедельник, вторник, среда остался. Сегодня пятница, а понедельник, вторник, среда остался потом. В четверг можно заранее пить таблетки. Сейчас мы не поехали, надо на другую сторону ехать. Баз Ельнина на получить 300 метров. Так. Опять тут светофоры. Ненавижу, когда нас останавливают. А этот уже у нашего пацанишка, который на КамАЗе, блядь, уебал на светофоре. Застрял. Сейчас
Есть ограничение скорости. Так. Ну, конечно, там в Приозерске там лучше дорога вообще, чем кажется. Вообще-то. Ну, мне нравится за это все. Так, а мы с вами как бы это все заканчиваем вообще-то на эту игру. Так, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте как бы этот, как его, на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мое новое видео. Всем удачи и всем пока. Ссылочку я как бы, ну, скажем так, оставлю в группе в описании ВКонтакте и также в Одноклассников. А также, если там подумаете, можете скачать Дальнобойщик 2. Тоже можете что-то поиграть в игру самое интересное. Но я как бы с модами не люблю разбираться из этой версии, то есть в другом. То же самое, не люблю разбираться, а только на этом. Эх, было бы так классно, вообще так здорово. Раньше здесь был читер и коды. Читы коды. Вперед играет вместе со мной щитами, кодами.